Нам было бы полезно знать, над каким делом работали ваши агенты. Да. Если узнаю, непременно вам скажу. Сделаю вид, что вы делаете вовсе не это. Проверьте основное помещение, я посмотрю там. Я нашел кровь. В кого-то стреляли. Этот телефон не отвечает. Зачем нужно было Малдеру и Скале звонить сюда? Я не уверен, но это лучшая зацепка. Пуля прошла на вылет. Пострадавший мог быть просто ранен. Это если стреляли только один раз. Но я ценю ваш оптимизм, агент Уилмор. Если их убили, где трупы? Я сомневаюсь, что убийцы оставили бы тела двух федеральных агентов лежать здесь. Если они мертвы, мы, скорее всего, никогда их не найдем.
Агент Уилмор, ФБР, я бы хотел задать вам несколько вопросов. Как вас зовут? Джеймс Вонг. Что вы можете рассказать мне об этом складе? Немного. Это склад. Я не знаю, я здесь просто причаливаю. Груз приходит и уходит, иногда с вооруженной охраной. В последнее время здесь довольно тихо. Что неудивительно, если принять во внимание, что происходит вокруг. А что такое? Рыба кончается. Не замечали ли вы здесь что-нибудь необычное в последнее время? Да нет, просто здесь было тише, чем обычно. Вы были здесь на прошлой неделе? Довольно часто. Вы не видели и не слышали ничего необычного? Я стараюсь попасть домой до темноты, чтобы семья не волновалась. Расскажите мне о вашей семье. Зачем? Мне интересно, просто хочу знать о вашей семье, вот и все. Ладно. Жена, маленькая дочь. Сколько лет вашей дочери? 7. Молодая для вашего возраста, я удивлен. Я ем много рыбы. Но ваша жена моложе вас? Достаточно молода, чтобы иметь 7-летнюю дочь. Как давно вы в этой стране? Мой акцент меня выдает, да? 10, может 11 лет. Откуда вы, мистер Вонг? Китай. Я уехал из Кантона в 1985. Как вы думаете, откуда в этом складе кровь? Не знаю. Может, несчастный случай? Я не знаю. Так что там с рыбным промыслом? Я не знаю, но становится все хуже. Говорят, это из-за того, что ловится слишком много рыбы. И как долго это продолжается? Довольно долго, чтобы многие решили бросить рыболовство, пытаясь свести концы с концами. Я и сам об этом подумываю. У вас не найдется сигареты? Простите, я не курю. Это приводит к раку. Вы что, не смотрите новости? Это вам знакомо? Нет. Что это? Здесь я задаю вопросы. Что вы думаете об этом? Популярная марка. Что вы думаете об этом? Я не знаю, но советую свести контакты с этим веществом к минимуму, пока не будут сделаны анализы. Этот седан преследует нас с тех пор, как мы выехали из офиса. Думаете, кто они? Тот, кому интересно, чем мы занимаемся. Что нам делать с этой машиной? Я думаю, вы должны это сделать, агент Уилмор. Что с вами?